Всем привет! Это видео записано специально для портала yarblo.ru, и я в этом видео расскажу, как заменить жесткий диск на компьютере. Вот, например, жесткий диск мой новый на 1 гигабайт. Да, вообще может быть любой. Так, ну, перепутать его чем-то очень сложно. Вот. Что для этого нам нужно? Во-первых, нужно вот этот системный блок, эту коробку, нужно ее вытянуть из-под стола, или где она у вас там находится. Вытягиваем, здесь все отключаем. Так, ну это не обязательно, конечно, делать, но желательно. Итак, и нужно открутить вот эти боковые стенки. Вот, у меня вот здесь все это легко откручивается, у вас тоже, надеюсь. Откручиваем. Открутили, отлично. Теперь достаем стенку. Так, следующим шагом ищем наш жесткий диск. Здесь это КВ отчетливо видно, что он вот здесь находится. И всегда жесткие диски находятся вот где-то тут сбоку. Они могут быть вверху, внизу, в зависимости от того, где находится материнская плата сама. Так, что нам нужно сделать? Отсоединить, во-первых, SATA-разъем вот этот красненький. И отсоединить питание. Соединяем. Все. Следующим шагом нужно будет открутить болтики. То есть, чтобы жесткий диск, ну, чтобы у жесткого диска не было крепления. Так, у меня есть отверточка. Вот такая вот. Так, буду левой рукой откручивать, хоть не очень удобно, знаете. Опа, пошло. Правый записываю, я сам себе оператор, как вы поняли. Так, откручиваем и вторую. Давай же, ой. Откручиваем. Так. Кстати, очень классно иметь отвертку, как, например, у меня. С намагниченным конечником, то есть вот, видите, не надо доставать руками. Так, и осталось открутить еще с другой стороны. Сейчас мы эту коробку перевернем. Ставлю видео на паузу. Итак, вот я перевернул коробку, теперь нам нужно открутить боковую стеночку вот здесь. Откручиваем. Вот она упала. Ложим куда нам удобно. И вот. Так, достаем. Так. Одной рукой не очень удобно. Так вот сделаю. Вот. И так. Вот мы ищем здесь на жесткий диск. Видим вот этот болтик. Сейчас мы его открутим. Откручиваем. Не очень-то удобно делать левой рукой. Так, достаем вручную. Вот наш жесткий диск. Нужно его достать здесь, вот так вот. Достаем его, вот так вот. Достали. Сейчас я поставлю опять видео на паузу и переверну системный блок. Итак, продолжаю видео, вот жесткий диск, новенький наш. Ставим его вот так вот, вот сюда, аккуратненько. Так, сейчас. Вот, вот так вот. Где она яр была? Вот она. Итак, вот как мы видим, что вот все совпадает у нас. Сейчас фокусирую получше. Вот так вот. Так, и это дело все нужно закрутить. Сейчас мы найдем отвертку. Так, для начала оставляем сюда. Давай.
Вставляйся. Так. Так, сейчас я вот так вот сделаю. Так, первый, знаете, я закручу. Ну, вам не показываю. Ну, не думаю, что закрутить болтик очень сложно. Так. Просто я одной рукой это не могу сделать. Сейчас ставлю на паузу. Вот, первый болтик я закрутил. Теперь закручу и второй. Ставим. Я правой рукой буду закручивать. Вот так вот. Все. Не знаете, не все. Ой, неудобно. Итак, сейчас я еще лучше закручу, на паузу поставлю. С той стороны закрутили, теперь делаем, закручиваем вот здесь. Я уже тут немножко подкрутил, в принципе. Ой, надеюсь, вам видно что-нибудь. Вот, закрутили. Так, плоховато закрутили. Знаете, если вот у вас там все вот так туго и больше не закручивается, то может быть проблема, что жесткий диск немножко не того размера. Ну, знаете, это абсолютно не влияет, ни на что не влияет. Ни на работу компа, потому что когда вы поставите, оно будет стоять и все, вы его никуда не будете таскать, так что ничего там шуметь не будет. Итак, сейчас мы опять перевернем коробку и ставлю на паузу. Все, я перевернул коробку, что вам остается сделать? Подключить питание, во-первых, и подключить SATA. Так, подключаем питание. Вот так вот делается. И SATA. Вот красный шнур. Они обычно всегда красные, так что вы там ничего не перепутаете. Вот и все. Все, что нам остается сделать, это закрутить наши стенки вот на этот системный блок и подключить обратно вот сюда шнур от нашего монитора к блоку питания шнур и так далее. Ну вот и все. Как я говорил в начале видео, записал я этот урок для Ярбулы. И хочу сказать, чтобы вы писали в комментариях обязательно, что вам там непонятным осталось. И подписывались на мое видео. Всем пока.